Это такая эпохальная сказка, я бы сказала, песня-сказка, которая, ну вот она прям ну, на всю эпоху новую, это новое время, которое сейчас наступило, которое вступает в свои права. И сам аккомпанемент, он вот словно бы, знаете, открывает дорогу к этим звездным просторам, о которых поведала песня-сказка. И вот он такой, как само небо. Он и обнимает, он и наполняет, он и дарит силы, он вдохновляет. И все в нем наполнено этими торжественными, звездными, сияющими чувствами, которые живут в этой песне-сказке. Как инструменты они аккомпанируют именно каждому слову. Звучит там вот... Мир вступает в новый век, и в аккомпанементе чувствуется как прям такая поступь. И как вот он вступает, с какой любовью, с какой уверенностью, с каким счастьем. А когда идут строки, мы научимся, как звезды, там такой разлив любви. И вот слушая аккомпанемент, просто ощущаешь, какая любовь к нам пришла в этом тысячелетии. Просто настолько счастлива, что есть аккомпанемент, где можно, уже потом слушая песню, уже эти чувства, эти инструменты, уже с ними ощущая их, уже встречаться по-новому с песней. То есть аккомпанемент, он делает саму встречу потом намного богаче именно в чувствах. Он рассвечивает